Ребята, вы тяните руки вот так. Поверните их ладонями наружу. Перекрестите вот так. Теперь сомкните руки в замок и не разжимайте их. Не разжимайте ни в коем случае, хорошо? Итак, что мы имеем? Перевернутые ладони. Давайте пошевелим пальцами правой руки. Ах, да. Это левая рука, извините. Здесь у нас большой палец левой руки. Нет, это большой палец, правильно. Что будет теперь? Смотрите внимательно. Мы повернем руки одновременно, но не разжимая. Ни в коем случае не разжимайте руки. Получилось! Не думал, что это так трудно. Так можно руки сломать. Давай-ка повтори. У меня вот что получается. Ловкость рук. Чтобы привлечь внимание зрителей или в перерыве между фокусами, либо в детской аудитории, неплохо показать вашу ловкость рук. На самом деле, это не что иное, как полный блеф, абсолютный обман. Попросите зрителей вытянуть руки вот так, затем перекрестить их, повернув ладонями друг к другу, и замкнуть пальцы в замок. Теперь, прося зрителей выполнять ваши указания, например, шевелить то большими, то средними пальцами, вы всего-навсего пытаетесь их запутать. В определенный момент, отвлекая их внимание, я разрываю руки, хотя остальным я велел не делать этого ни в коем случае, и указываю на кого-то, говоря: «Нет, сэр, вот это правый средний палец». Затем я возвращаю руку. Кажется, что все как и было, но на самом деле это не так. Возвращая руку, я переворачиваю ее, и поэтому через секунду я могу поставить сомкнутые руки прямо, остальные нет.